Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил строителей за работу. Результаты их труда на виду. Оплошности и недостатки недопустимы. Это безопасность зданий. Работа строителей должна быть безупречной по всем показателям. Для меня есть несколько праздников, значимых в жизни. Ну и вот 2 воскресенье августа с детства я помню, потому что отец у меня всю свою сознательную жизнь был созидателем, конкретно прорабом межколхозной строительной организации. Таких сейчас нет, к сожалению, их похоронили. Я свою трудовую деятельность тоже начинал мастером участка межколхозной строительной организации. Вот. Поэтому День строителя для меня праздник не чуждый. Мне не надо памяток, чтобы поздравлять людей и говорить. Я хочу сказать не дежурные слова, а действительно то, что я увидел в Анапе, то, что сделано строителем. Социальные объекты, жилые и торговые помещения, развлекательные учреждения – все здания – дело рук строителей. Восстановление престижа профессии и возрождение специальных учебных заведений – так можно решить сразу несколько проблем. Мы будем восстанавливать средние и специальные учебные заведения. Может быть, не в том виде, в котором кто-то из вас учился, потому что сегодняшний день требует другого мировоззрения. Мы будем восстанавливать институт наставничества, потому что сегодня… Раз уж я заговорил об иностранной рабочей силе, я знаю причину ее привлечения. Сегодня хороший каменщик, хороший сварщик, хороший штукатур, маляр, плиточник – это довольно высокооплачиваемая работа. Благодарности мэра Анапы за работу получили 15 анапчан-строителей, инженеры, сантехники, операторы, маляр, подрядчики. 9 строителей разного уровня подготовки и узкой специализации отметили почетными грамотами мэра Анапы. Индивидуальный предприниматель Александр Шлахтер выразил мнение и поделился настроением всех награжденных. Поблагодарил Сергея Сергеева за внимание к специалистам созидающей профессии. Очень бы хотелось, чтобы в городе была разработана какая-то программа по содействию честной конкуренции, для того, чтобы мы могли совершенно спокойно, если кто-то предложит лучшие для города условия, нет проблем, работают. Но чтобы мы были под опекой городской администрации, потому что мы зарегистрированы в Анапе, мы платим налоги в Анапе, мы обеспечиваем наших людей работы. Я думаю, это наша общая цель. А вообще-то, большое спасибо за то, что стройка живет. Анапа – хедлайнер списков самых строящихся городов России. И труд строителей в городе-курорте оценивают не только анапчане. Гости со всей страны, глядя на городскую архитектуру Анапы, судят о вкусе, профессионализме и качестве жизни анапчан. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион.